разница между религиозным подходом и научным подходом. Научный подход не изучает, зачем так случилось. Слово «зачем» в науке недопустимо. Наука вся построена на основе вопроса, почему так произошло, в чем причины. Как? Ну, как произошло, почему произошло. То есть наука всегда рассматривает причины в прошлом, от явления. А религия всегда рассматривает причины в будущем от явления, то есть, в смысле, цель этих явлений. И это телеологический подход. И он должен быть ответом. Поэтому ответ на вопрос, почему так произошло, это ответ недостаточный. Спросите, почему так произошло, ради чего так произошло, в чем цель того, что это так произошло? Совсем другой вопрос. Угу.